Всем привет, я Михаил, и сегодня мы продолжаем играть в Sick Ranger. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. Вне серии я прокачался до 26 уровня. С 24 до 26, больше я ничего не делал, в основном. И сейчас мы без лишних слов давайте отправимся вот в Каверн 1, пещера 1. И, видимо, все очень громко, мне кажется. Давай сделаем чуть потише все. Думаю, так будет нормально. По крайней мере, так надеюсь. Никого, ничего не видно вообще, все очень непонятно так. Прикольно тут. Ничего не скажешь. Что... Механика смотрится. Но выглядит все пока очень просто. Прям совсем просто. Это что, сфера молнии 2 или что? Да, сфера молнии 2. Давай дадим базуку нашему Ганеру. А, давайте, кстати, прокачаем всех. Okay. В советах и в комментариях я понял, что, скорее всего, гладиатору стоит качать магию и здоровье. В принципе, я уже сам понимаю, почему. Потому что, благодаря магии, гладиатор будет чаще накапливать свой суперудар магический и... И, короче, все будет очень прикольно благодаря этому. Скорее, я уже сам это понял, скорее всего. Просто тебе магию прокачаю. Так, дальше. Как мало здоровья осталось, так. Магу мы прокачаем. Ну, что мы прокачаем? Давайте тоже магию, наверное. Лучнику давайте пока что прокачаем силу, чтобы он дальше стрелял. Силку мы прокачаем... силу и декс и ловкость. Такс, я еще в замке немножечко подрался с тем боссом, и вот мне выпала эта карточка ирская. А они всюду съели, я хотел дать ее этому гладиатору. Ладно, идем дальше. Конечно, гладиатор сейчас он умер, конечно, но не велика потеря. Пока что все остальные более полезны, или как-то сказать, чем тот же гладиатор. Вот сейчас я думаю, вот жалею, возможно, боксер был лучше, был бы, чем гладиатор. У них очень крутая магия, там, это что, прыгающие грибы или что это такое? Видимо, это прыгающие грибы, или что, их подобие. Надеюсь, никаких посторонних звуков не будет слышно на видео. Сейчас, скорее всего, даже будет слышно. Гладиатор стоит, как обычно. Я еще не понимаю, хорошая базука или нет. Да, она наносит огромный урон за один выстрел. Сейчас, скорее всего, по сравнению с одним. Очень плохо. Так, идем дальше. Не задумываемся ни о чем лишнем. Хотя о чем лишнем мог задуматься вообще. А то как пройти этот уровень, хотя это не лишнее. Давайте полечим гладиатора. Вот только что мы чуть его не лишились, пока лечили. Следить за его здоровьем прям таки пристально. Да, если он будет использовать чаще магии, то он будет реально очень силен, как мне кажется. Вы сами себя понимаете. Если прям каждый почти второй третий удар он будет пускать эту вот такую магию, любую вообще, от любого оружия, то это уже будет очень даже неплохо. А что это за обрыв такой? Знаешь, что, столько ты пока что тут. Так, ты сам поближе. Макс тоже сам поближе. Ганера мы забираем пока что. Давай, гладиатор вперед. Гладиатор чуть-чуть не погиб, ну ладно. Там я вижу полулук, какая-то сфера еще. Ну, сфера не на мага, конечно же, а на... А именно как вещь для улучшения орудия.
Скорее всего, для кого-нибудь ядовитого оружия. Если там лук тоже ядовитый, будет совпадение, да? Давайте гладиатора полечим тут. Пособираем все тут. Что, базуку подаем? А, это... Это молодящий человек, давайте попробуем его. Не знаю, в чем его прикол. В чем прикол этого лазера будет, да? Там уже босс, как я вижу. Полечить, пострелять. Все-таки как-то он не очень, честно говоря. Дальность очень близкая, слишком. Для самонаводящего орудия. Так сказать. Самонаводящий он лишь потому, что постоянно вблизи стреляет, попадает постоянно из этого. Где босс? Понял. Босс у нас... Погоди, я могу светить? Да, я могу светить. Опа, его... Я думал, это просто улучшенный первый босс, но хотя... Ну, из первого уровня, который Opening Street назывался. А, хотя... а тут нет, тут это самое. Его пули еще и по земле катаются. Видите? А это я чувачком... Погодите-ка, а я сам могу светить? Да, я могу светить. Да. Прокачать данные стрельбы и лучнику, это была очень гениальная идея, чтобы просто всех уничтожить. Родина, 700 монет получено. Карта. Ого, прям по неизвестной. Видимо, это просто пещера продолжается. Тут берёмся в город, полечимся, идем в магазин. Продадим весь хлам. Да, хлам, к сожалению, все это уже. Сферу. Что за сфера? Плюс 2 секунды. Давайте попробуем. Да, можно было, конечно, продать такое, но... Надо, конечно, надо пробовать. Потом, наконец, пещера 1. Так, пещера 2. Начинаем. Так. Предположительно, типа, вот этот навык от лук, типа, будет дольше действовать, скорее всего, твой вот. Там тут есть? Потом тут есть. Видели, как только он вступил в бой, все остальные сразу же очнулись и сразу пошли к нему. Либо мне просто показалось. Хотя, как мне кажется, это, видимо, механика такая, специально. Если кто-то начинает драться, либо кого-то начинает бить, то все это не должно начинать идти к ним на помощь, если они даже далеко от него. Они высоко, наверное? Да, они все высоко. Да, сфера меня почти бесполезна, думаете. И базуку. Это кальчик. Что за кристалл? Магическая защита 20%. Даже такое, что даже защита есть. Да, и, конечно, прикольно все, но... Опа, как у вас много всех. Да, хоть что-то будет делать, чтобы все... вы хоть что-то видели тут. А то, наверное, не все зашмаять, но это просто такой вот экран. Черный, блин. Все поближе давайте, а то что-то все старенькие не делают. Видео... Все звучит так, как будто я очень скучный какой-то в этом видео, очень молчаливый, но я стараюсь что-то говорить постоянно, вот прям таки постоянно. Вот сейчас, вон, видите, еда падает тут. И монетка на целую сотню, ничего себе тут. Уже богато. На сотню монет. Когда мы последний раз собирали монет на сотню? Именно впервые. Наверное, уровень первый, там или второй, там боссы, скорее всего, нападают первый раз. Оптимизация прохождения. Уже лечение по 57 целых. Прикольно все. Развиваемся. Все сильнее и сильнее. Не знаю, крутая штука это яд или нет, но здесь крутая. Кто там, где? Вон он. Посмотрите сюда срочно. Переиграл, да? И уничтожил. Сюда, сюда, сюда. Дайте мне сюда. Продолжаем. Это меня не отвлекаем. Я тоже говорил сегодня недавно, да.
произошла у нее большая трабл, но я ее уладил. Так сказать, звуковая проблема, скорее, по большей части. Остановил репер лишь для того, чтобы не было какого-то резкого сильного звука, точнее громкого. Еще какой-то камешек. Да, я вспоминаю этот камень, это лучший камень. Он стоил 20-30% к атаке. Вот он убил. Поешь. А вы давайте разберитесь с тем, кто там обижает нашего ганнера, нашего воина. Как-то у них не очень хорошо получается, как у ганнера хорошо получается выбивать из них деньги. Понятия не имею, сколько мы еще пойдем, но скорее всего пойдем этот уровень, скорее всего. Конечно, выглядит именно так. Но, скорее всего, пойдем. Однако гладиатор умер, хотя невелика потеря, так сказать. Еще по пещерах очень плохо в этой дальности, кстати. Потому что они начинают стрелять от стены постоянно. Ну вот сами видите, он просто стреляет в потолок. Чтобы. Ведь лучник же стреляет навесом, да, типа. Ему он стреляет так, чтобы она летела вверх, а потом уже падала именно сверху вниз на противника. И здесь пещера будет так, что постоянно стреляет вверх и все проматывает. Разрешаем ганнера за немаленькую сумму. Комим его. И вперед. Где там кто вообще? Там что, что дальше? Босс? Лечись и вперед. Так, босс. Где босс? Вот это босс. По-любому, да? Выглядит подозрительно. Наверное, это босс. Сейчас он будет нас убивать. Так, понятно. Нас будет убивать так. Даем молнии срочно ему. Потому что огнем вообще его не попадает. А молниями хотя бы попадает от него. Да этот босс даже намного легче, чем прошлый босс был, я бы так сказал. Пройдено. И опять же ничего не получено с босса. Да, какая жалость. Карта. Так, и он, я вижу, там где он пещера третий его, да? Возвращаемся в город снова. Лечимся, как обычно. Так, а помните, как в первых сериях мы это самое... Чтобы лечиться, я ходил на первый уровень, всех получал это лечение, потому что досчитал, что это слишком сильно тратим деньги мы на это, слишком много. Такс. Продать. Камешки пока что. Вот этот камень продадим, мы это оставим пока что. Такс. Вот, сфера мне интересна сейчас. Дополнительный ледяной урон. Давай прямо сейчас наденем ее. Мне кажется, надо все постоянно использовать, постоянно что-нибудь использовать. Так сказать. А то время уже уйдет, когда я смогу это использовать. Ого, видите, могу нельзя, да почему-то это. Жалко. Камень сил могу дать нельзя. Пещера третья. Мы дадим ему огонь пока что. Вулкан, точнее. Скажем честно, я сейчас снимаю это все под солнцем, прям меня все прям все сильно отсвечивает, я почти ничего не вижу. Мы одна именно в пещерах ничего не видим, одна именно у меня здесь экран отсвечивается. Все, вперед, давайте. Думаю, что дать ему вообще молнии, чтобы он хоть что-то мог сделать. А то с этим огнем пытается постоянно это самое стреляться в стены. А молнии все будет брать хотя бы. Где угодно. Всех эту невероятную пещеру, которая реально даже не могло быть, скорее всего. Вообще молнии такие прикольные, потому что у них от 1 до 30 урона. То есть любая вот одна из этих кучи молний может взять и целых 1000 урона может.
Хотя погодите, а ну-ка, даже 35 так. От 5 до 10. Который не могу использовать, что у меня нет этого приста, священника, наверное, который прибафает. Так, все пока что по обычному. Еще в комментариях написали то, что типа я там сделал как на спидране. Скажем честно, я спидран ни о ком не смотрел по этой игре вообще. Хотя мне даже дали ссылку на спидран. О, они сами там прошли на 1000 этаж, еще не уровень. Просто next, да. Короче говоря, что бы я там не сделал такого, как это было на спидране, это чисто случайно, скорее всего. Что-то поделал я. Так, то, что мне не надо, понятно. Как же они все просто справляют со всем? После того, как я дал ему молнии. Какая там дань, кстати, 120, ничего себе. Как же он далеко может делать просто. Они даже не понимают, что происходит вроде. Да и ледяная атака у него, по-моему, теперь просто невероятно. У нашего воина. Босс, тут ничего. Идем к боссу, ищем его. Это все боссы, да? Даем огонь ему. Этому тоже огонь даем. Чтобы было больше повреждений по толпе. Так, справляемся. Да, справляемся. Все? Или там что-то еще есть? А там еще один большой есть, поэтому пока что справляться нельзя. Воскрешаем, воскрешаем, потому что... Денег у вас полно. А давайте, то есть, оружие лучше выбирать с врагов лучше. Однако иногда, если совсем все плохо, лучше и прикупить. А так лучше его выбивать, чтобы у него было две ячейки. Это я еще заметил еще в предыдущей серии, скажем так. Мне это в комментариях, конечно, писали, да. По третьей серии, но что-то, как я уже писал в комментариях. Четвертая серия была записана до выпуска третьей даже. Вот такой развод. Опа, какая-то белая точка. Деревня. Давайте сейчас в город. Перейдем идти в деревню. Полечимся. Опа, что это такое? Выглядит прикольно. Типа здесь постоянно, что если время... Хотя, погоди, там... После смерти, типа, будет взрыв у врагов. После смерти будет взрыв. Взрыв будет 10% урона наносить от чего-то там непонятного. Либо же 10% шанс, что он вообще будет. Ладно, давайте посмотрим, что там за деревня. Деревня. Дам попайку, потому что такого вижу компа шоп. Вау! Что за дом? Как все прикольно тут выглядит. Какое интересное место я нашел, я вам скажу. Однако это место мне уже не интересно, потому что тут просто гигантские цены. Как много всего. Атака 5% защиты минус 50%. Ого! Это берсерка. Интересно. Я понимаю, это для определенных классов. Это типа для ангела, это типа для гладиатора, это для боксера. Это для ганнера. Плюс одна пуля. Плюс одна пуля? В смысле плюс одна пуля? Где надо меча? Лечение от ударов. Минус 10%. Скорость атаки снимаю, да? А что так все прикольно тут? Защита плюс один. Ого, какая круто. Хотя сказать, что это неплохо. Типа весь урон снижается на единичку. Неплохо.
штука стоит 1000 при продаже. Опять, зачем она мне? Поэтому давайте просто подадим ее. Давайте мы тоже подадим. Да и лазер подадим. Да и этот лук подадим. Да и это подадим. Вот это не то, что я не воспользовался с этим. Сейчас мы забираем деньги. Так. И думаю, ну вот этой ночи стоило бы закончить, но такой напоследок я прикуплю себе все-таки вот. Хотя подождите-ка, давайте-ка вернемся сюда и посмотрим, что уже в новеньком магазине. Ничего нового в магазине не появилось, поэтому возвращаем сюда, я хочу кое-что купить. Я уверен, что, скорее всего, может быть босса в этом, но просто на пуле. Я просто обязан посмотреть, что это такое. А вот посмотрим, что это такое, мы вслед. Да, это не для ганнера. Ну-ка. Это не для ганнера. Да, это неинтересно. Да ладно, давайте он один. Как я понимаю, будет просто 3 стрелы вместо 2. Я надеялся, что это можно надеть на луч, на ганнер, стрелка, и будет типа раз 2 у этих пулит. Хотя, скорее всего, это было бы слишком имбово было бы, он просто все сжигал бы. Ну, думаю, на этом все-таки стоит закончить эту серию. Мы нашли это место. Прошли три уровня пещер. Там маловато, скажете вы. Хотя нет. Знаете что, давайте мы пойдем еще вот те сайт один. Так, для приличия. Да, вон стреляет тремя стрелами. Давайте атаку тоже там здесь поставим. Еще и пропадать зря. Всех уничтожает, чтобы никому вообще ни шанс не оставить. Серьезно, теперь мне ничего освещать не надо здесь. Еще как же было прикольно, если бы можно было эту вот плюс одну пулю одеть на стрелка, чтобы он поставился по два этого шарика, спускающего огонь на всю сторону, вообще по две пули шарики огня здесь у мага. Так, поджигаем всех, кто находится под водой. В принципе, все очень даже прикольно. Ничего необычного. Что это? Дред 3. Какой вот тут прекрасный урон. Но, как я понимаю, это самый обычный пистолет с самого начала игры. Только с улучшенными характеристиками. Давайте проверим. Да, это просто самый обычный пистолет, который у нас был с самого начала игры. Да, только с более крутыми характеристиками и со мной на выстрелы подороже, да. Летят, как обычно, все сторонки, потому что не хочешь почти уйти от наших врагов. Ничего себе набьешься, теперь он очень опасен. Запомните слова, что если кто-то обьется, то он очень опасен. Следующий. Вообще, я могу просто все пропускать до босса, проходить босса и заканчивать уже на этом серию. Да, ну либо же добегать до босса и там умирать и все, и на этом заканчивать. А знаете что, я скорее всего так сейчас сделаю. Да, они спокойно справляются со всеми, но сейчас наш маг будет творить какую-то дичь. Просто стреляет в стену. А это не очень прикольно. Поднимаем его. Этого тоже поднимаем. Значит, они так никогда не поднимутся, видимо. Так. Бери это, бери. А тут еще новенькое будет. Просто я в магазине эту штуку не видел. Так, знаете что, давайте мы воскресим примерно нашего стрелка и полечим его, а то еду просто так оставлять не хочется. Да, вот эти вот целые десятки цифр уникалов такими крутыми, как это было раньше, когда мы только получили эти огненные орудия. Так, наш маг слишком мало сильно, пойдем до конца поближе его. И полечим просто его.
О, следующий уже босс. Да, видимо, мы все-таки решили ничего не пропускать, да. Ну и хорошо. Думаю, для видео так и надо. Проходить все уровни почти целиком. Сейчас, скорее всего, когда-то я это уже пропускал. Лечим. Уничтожаем. Вот и вся игра. Уничтожаем, лечимся, собираем монеты, покупаем новое оружие, продолжаем уничтожать, снова лечимся и собираем монеты. Так, получаем новый уровень. Осознаем, что у нас погиб еще один из нашей команды. Что не очень даже прикольно. Но то, что мы взяли новый уровень, это прикольно. Так, после этого я всех раскрошу сейчас и под конец видео прокачаю какие-нибудь характеристики всем. Только чтобы подготовка к следующему видео была более простой. Так, давайте мы мага. И вылечим его. И вперед. И босс у нас один даже без команды. И сейчас посмотрим. Мне кажется, будет один какой-то дичь. Ничего себе он там. А это вообще легально? Давайте вперед все. Ого. Вот это он, конечно, дает, да. Снова все воскрешаем, давайте. Потому что денег у нас, видимо, слишком много для этого. Видимо, так эта игра не должна проходить. Так. Как же это было легко, да, ставив свою кучу денег. Сколько с него было? 900. Да, нет, не окупились. Ну ладно, аккаунт. Развилка, сейчас я 2, либо же что-то там, мисс игров 1. Бьем, мы пойдем все сайт 2, следующий серию уже. Возвращаемся в город. Лечимся. Даем здесь магию, здесь силу, чтобы стрелял дальше. Здесь тоже силу, чтобы стрелял дальше. Здесь силы и ловкость. В магазине у нас появилась сабля. Здесь кубиншот, что-то взрывная какая-то. Здесь у нас билета, да. Очень как прикольно, что появилась интересность. Скорее всего, я прикуплю мне видео, я пробую. Так, подаем эту билету, потому что она прям совсем не очень, да, по сравнению с другими пушками, которые у нас сейчас есть. И все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.